В Твери появился еще один арт-объект. На этот раз в бронзе решили увековечить петуха, которым теперь можно полюбоваться, прогуливаясь по Трехсвятской улице. Скульптура производит впечатление своей капитальностью, поскольку ее вес составляет 120 килограммов, а высота вместе с постаментом около 2 метров. Судя по внешнему виду, бронзовая птица является точной копией той, что в виде флюгера украшает шпиль дома Мартина в Затверечье. Памятник, скорее всего, станет одной из достопримечательностей Тверского Арбата, а пешеходы наверняка начнут натирать какую-нибудь часть изваяния на счастье.